как робот-пылесос Айбота может справиться с разными типами загрязнений на своем пути. Давайте начнем со специй, которые могут рассыпаться в любой момент на кухне. И вы можете увидеть, как робот идеально очистил поверхность с помощью всего лишь одного движения. Ну а теперь задача посложнее. Давайте рассыпем немного муки и посмотрим, как Айбота справится со своей работой. И снова отличный результат. Робот очень прост в использовании, и им можно управлять с помощью пульта или мобильного телефона, а также робот работает с Яндекс.Алисой. Живите жизнь, пока уборкой занимается Айбота. Пополняю запасы энергии.